почти 36,5 триллионов кубометров газа. Таков объем разведанных запасов месторождений «Газпрома», доложил сегодня Алексей Миллер. Владимиру Путину прозвучали не только эти цифры. С начала 2017 года поставки на европейский рынок выросли на 15% по сравнению с аналогичным объемом прошлого года. В абсолютном выражении это 8,6 миллиарда кубометров газа плюс к объемам прошлого года. Без сомнения, такой рост спроса подтверждает наши планы, намерения реализации крупных новых газотранспортных проектов. В частности, речь идет о проекте «Турецкий поток». Мы в текущий период времени полностью завершили все подготовительные и мобилизационные работы, и я докладываю вам о готовности в течение нескольких дней начать морскую укладку газопровода «Турецкий поток». Очень хорошо. Мы вчера с турецкими коллегами обсуждали этот вопрос, этот проект. Уверен, что со стороны наших турецких партнеров поддержка будет действенна, она будет обеспечена. Ну, надо начать работу, потом посмотрим, как проект реализуется. Начинайте. Действуйте.